Юбилею радио посвятили большой день физической культуры в Могилеве. Традиционно его организаторы – телерадиокомпания «Могилев» и городская власть. Этот праздник на Дубровенке собрал почти 1500 активных участников и все любители спорта и здорового образа жизни. Там было все. От спортивных танцев на шесте до флешмоба на батутах. Цветные пятницы подхватили это легкое спортивное настроение.